ні кому не оставят. Как нам трудно бывает, как нам горько и больно за погибших друзей, но вдвойне нам обидно, когда люди с экрана, что войны не видали, говорят нам о ней, но вдвойне нам обидно, когда люди с экрана, что войны не видали, говорят нам о них. И никто не узнает, как бывает наболено, что порою не в силах мы кому-то помочь. Но ходит он из группы батальонов без глаза, крепко сжав автоматы, растворяясь в ночь. Но ходит он из группы батальонов без глаза, крепко сжав автоматы, растворяемся в ночь. Пусть простят нас родные, что мы редко им пишем, нам порой не допишем. Да и что тут писать? Жив, здоров, все нормально, у меня все в порядке. Ты прости, дорогая, что опять нужно ждать. Жив, здоров, все нормально, у меня все в порядке. Ты прости, дорогая, что опять нужно ждать. Вам о нас не расскажут, в газетах не строчки, экран голубой не покажет о нас. Мы ребята простые, батальона разведки, и летучие мыши называют здесь нас. Мы обычные парни батальона разведки, и летучие мыши называют здесь нас.